Всем доброе утро. Погода какая-то непонятная. Вот я такую погоду ненавижу. Пасмурно. И встаешь утром и не понимаешь, то ли день, то ли ночь, то ли что. Вот такая вот серость. В общем, да. Чувствую себя неважно. Все болит. То ли от спортзала, то ли от чего, не пойму. Вот немножко подкрасилась. А дондева? Но. Пошел погавкать на соседскую собаку. Но. У него любовь к соседской собаке. Любовь. Поэтому вот он постоянно как чувствует, причем когда одна приходит соседка, он даже не реагирует. Но как только он чувствует, что выходит собака, он всегда тут подбегает, иногда подгавкивает. Инаки. Инаки, суви. Сувики, ты моя чучи? Давай. На рыбку. Вот, что говорила, не помню уже, что говорила. В общем, сейчас чуть-чуть позавтракаю. Вот. Заварю себе лекарство. Кстати, где оно? Лекарство. Лекарство. Ты где? Должно быть на кухне. Ты здесь. Чувствую. А, я вот сюда поставила. Рукалгина какая-то вот такая. Муж сказал, зашел в аптеку и говорит, мне самое лучшее лекарство. Самое лучшее лекарство все содержат парацетамол. Здесь 1 грамм парацетамола и какая-нибудь фигня еще. От горла вообще ничего нету. Сопли типа. Кашель у меня его нету. Температура у меня тоже ее нету. У меня горло болит, горло. Да. Ну ладно, может быть поможет. Мне бы часика на 4. Потом опять домой приду. Ну, на работе когда буду, пакет-то здоровенный. Вот, поработаю, потом домой приду. И буду лежать, отлеживаться. А пока работа. Надо еще посуду разобрать. Но это потом, когда приду, будет вариться моя капуста цветная. Я это все разберу. Я прям сегодня совсем допоздна заработалась. Ой. Таблетка сделала свой эффект. В общем, нормально себя чувствую. Ну, как терпимо, скажем так. Клиентка такая у меня попалась интересная. Сейчас вообще прям она йогой занимается. Вегетарианка. Ну, полная, знаете. Я думаю, всегда у меня был такой, не знаю, мнение, что все вегетарианцы должны быть худенькими. Не знаю, почему. Ну, вроде бы как мясо не едят там, да, вот, яйца. И они должны быть худенькими. А это прям полная такая. Она уже женщина. Вот она в Индию ездила, йогой занимается. В Индию ездила, в Турцию. У нас сейчас в Испании, оказывается, знаете, что бум такой идет? Что я раньше слышала, там в России, с России ездили, еще куда-то. Вот чтобы с Испании ездили на, как это, волос, импланты. Волос, как это называть-то, пересадку волос с одной зоны на другую. Представляете, вот у нас в Испании тоже до Испании дошло, что в Турции намного дешевле. И вот все едут туда. И вот они рассказывают, как им нравится это, ну что, дешево. Она не пересадку волос, не пересадку волос делала. Она туда по путевке ездила. А в Индию ездила, ну вот с каким-то там гуру своим, и чтобы там медитировать. В общем, интересно, не рассказывала, пока ее укладывала, наверное, полчаса, у нее столько волос много. И мне так интересно было с ней разговаривать, что она потом я уже уложила, мы с ней еще минут 10 базарили. Представляете, мне уже домой кушать хочется. А вот именно интересно ее было слушать. Как она рассказывала. В общем, да, есть много интересных людей. Судеб разные. В общем, фу. На гору собралась. Так,
машина где-то тут была. Ой, тут, там недруг живет Чарли. Все, еду домой. Если никто не позвонит на вечер, потому что клиенты, которые на вечер были, ну, обычно вечером ходят, они уже пришли. Если никого не будет, то вечером пойду в какое место, чтобы заснять вам. Очень интересно, мне кажется. Ну и самой поглазеть. А пока ням-ням. У меня тут уже варится цветная капуста с картофаном. Мясо поджарила, поставила жарить. Тут у меня компотик. Вот это, но это еще не пить не надо, еще рано. Сейчас через полчасика бухну. Скажем так, прям нос закладывает вообще. Уже придется сейчас, наверное, что-нибудь это капнуть в нос. Но этой ночью тоже капало в нос, дышать было невозможно. А я и так сплю не ахти. А еще если не дышишь, то вообще там детский пец. В общем, да. Радует одно, что завтра воскресенье и понедельник можно, как говорится, поболеть. В свое удовольствие, если можно так выразиться. Вот, и вся цветная капуста у меня не поместилась, осталась вот здесь. Но я ее потом отварю. Я ее могу просто есть из всего. Вообще вот такие вот она взяла. Еще у меня рис вчерашний не доела. Точнее, я вообще не съела. Тоже сейчас разогрею. Вот. Не то, что мне вкусно, не влез. Поэтому вот такие вот у нас будут сегодня пироги. Вот так мой обед выглядит. Еще два кусочка мяса. И салат сделала из свеклы. Сейчас я его помешаю хорошенечко. Там чеснок, сырок плавленый и семечки разные. Вот, я бы грецкие орехи люблю добавлять, но у меня что-то их нету. Там семечки льна, чия, вот такие все семечки. И майонезика немножко. И все, вот так вот. Всем приятного аппетита. Мы выехали из дома. В общем, сейчас у родственников есть магазин, и мы поедем за подарками на трех королей. Будет завтра, но они придут послезавтра. Подарки покупаем. Ну, там детям и всем близким родственникам. И вот они нам всегда готовят мешок подарков, скажем так. Чтобы, знаете, не ломать голову. Они всегда знают, что кому надо. Ну, там игрушки обычно. И мы просто приезжаем, их забираем. Там все подписано, расписано. И мы просто забираем, деньги отдаем и увозим домой. И вот мы сейчас им позвонили, они нам приготовили. Там магазин находится. Вот. И сейчас заберем. И расплатимся и дома разложу их красиво. Обычно я всегда под елку клала. Сегодня, в этом году у меня елка небольшая. В общем, да, ну, уложу где-нибудь. Так вот, с нами Чарли там. Ну, Чарли посидит в машине. Мы тут пока в магазине стояли. Тут, смотрите, три короля приехали. Кстати, мы находимся в порту. И вот как раз они в порт приедут. Конфет столько разбросали. Сейчас вам покажу. Смотрите. Три мага. Конфеты разбросали. Это вот завтра будут такие паровозики. И будут конфеты разбрасывать. Ну это вот, знаете, мне кажется, это выбрасывать деньги, ой, на улицу, карамельки. Как вы считаете? Соберут, не соберут? Завтра будет классно. Все обязательно сниму и покажу. Вот такая у нас елка. Мы забрали подарки. Муж поехал домой с подарками, а я тут, он меня оставил. Там, в общем, ярмарка есть такая. Сейчас мы посмотрим. Такая вот елка, можно сюда зайти в нее и вот так фоткать. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Такие вот здесь
игрушками, как их назвать-то? Не знаю, даже шарфы какие-то, шапки. Прям вот нам как раз в нашем климате шапки-то не необходимы. Так вот нарядно выглядит. Там я видела мармелад, есть, хочу попробовать. Такой же он. Или знаете, вот здесь какие-то как жевательные конфеты, они прям не разгрызешь. Там вот мармелад вроде бы как на наш похож был. Почему так здесь? Взяла мармелад, здесь 350 грамм на 8 евро. Сейчас попробую одну. Нет, я хочу, тут вот какой-то кокосовый есть. Похоже, знаете, на что? Вот этот рисовая каша, ну, похоже на пастилу. А, нет. Рахат лукум. Очень вкусный. Такая вкуснянина. Прям рахат лукум. Ну, смотрите, по городу ездят вот такой вот автобус. Блин, какой вкусный. Дорогой, конечно. Он сделан из натуральных продуктов. Я вообще очень люблю мармелад. Вот такой паровозик ездит по городу, катает людей. Может, даже и бесплатно. Народу нормально. Завтра будет здесь проходить шествие королей. В общем, завтра придем с вами сюда сниматься. В общем, узнали, когда дети придут в понедельник. В 5 они сказали, ну в 5-6. Сказали сделать много-много блинов. Я, вы знаете, я в прошлом году напекла. И не хватило, мне так стыдно было. Не то, что стыдно. Просто я уже говорила, я как-то пару лет назад испекла блины. И они как-то, знаете, не с понятка их, и в общем не доели. Ну я думаю, ну и так же испеку. Так они их распробовали в прошлом году. Позапрошлом. И все съели. А в прошлом году все съели, просто умели вот так за 5 секунд. Поэтому я в этом году буду в 3 раза больше делать. Короче, все утро понедельника я буду жарить блины. Пипец. Ну, мармелад, конечно, очень вкусный. Все, это я одну попробовала, остальное завтра. Попробую. У меня еще с России есть мармелад лежит. Но я его спрятала, иначе съем. Я еще хочу фруктовый зайти в магазин. Вот, может быть, какого-нибудь фруктиков. А, кстати, вот тут за углом есть хороший фруктовый магазин. Сейчас пойду зайду. Клубники хочу. Так вот, бывает. Люди все ходят, подарки покупают. Завтра детям тоже подарки короли привозят. Вот. Здесь нужно 3 раза дарить подарки детям. На Рождество, на Новый год. И на
дней, день трех королей. Здесь у нас материал продается, а вот здесь фруктовый магазин. Может быть, укропчика купить, а то мой что-то какой-то вяленький, пока он вырастет. Да, сейчас как раз, наверное, посмотрю. И посмотрю, есть ли клубника. Клубнички хочется. Ой, а? Купила клубнички, она у нас сейчас идет 4,75 килограмм. И парадокс, но клубника зимой намного вкуснее, чем летом. Не знаю почему, это, кстати, наша клубника испанская. Она у нас круглый год. Потом купила вот такую, это называется ава, это фасоль такая. Вот, и, но едят ее вот тут, здесь как зеленый горошек, вот мы едим. И так достают, и вот так едят. Обычно, знаете, едят все это с салом, с таким вкусным салом и берегом. Чарли, кстати, тоже нравится. Пошел лопать. Сейчас еще придет. Ну да, он мясо еще подумает, пожрать ему или нет. А если вот такую вот еду, то запросто поест. Вот такой пучок большой укропа и фенхель. Сделаю фенхель с чесночком и с хамончиком. Надо еще завтра в магазин съездить. У меня нет шоколада, такой шоколадной пасты с блинчиками. Дети любят шоколадные блинчики с шоколадной пастой. Яйца они мне дали, кстати. Родственники подарили мне яйца, они в машине, надо их принести. У них, говорят, много, на, бери. Ну, я никогда не отказываюсь ни от чего. Давайте, давайте. Вот. Собственной персоной пришел. Вот, знаете, просит. Чудной. Возьмет и потом идет на диван с удовольствием, чтобы смаковать. Ой, не могу. Вот так у вас собаки едят такое. У меня ест. У меня вот все, что ему надо, такое растительное, он у меня ест. Вот так вот. Надеюсь, понравился вам наш город. Завтра будет еще намного интереснее, так что, кто не подписан, подписывайтесь и ставьте на колокольчик, чтобы не потерять. Скажу, что я из одной буду бегать, я ее и тут съем. Вот, и пишите ваши комментарии, как проходят ваши дни. Что, еще что ли? Все, уже одну целую сожрал. Ну ты жрешь. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.